Дорогой Владимир Владимирович, с днем рождения! В каком смысле? Вообще-то у меня день рождения в октябре. Да при чем тут вы? Я имею в виду с именинницей вас. С какой именинницей? Ну как? У вас же ровно год назад родилась эта глупая затея напасть на Украину. Ну, почему сразу глупая? Год назад вы говорили, что идея отличная. Владимир Владимирович, ну вы ж знаете, я сегодня говорю одно, завтра другое, а год назад вообще что попало? А чего ж вы ее тогда поддержали? Ну вы ж меня знаете, я всегда за любой кипиш, лишь бы не у меня в Беларуси. И вообще, мое жизненное кредо всегда вам поддакивать. А ваше мне за это деньги довакивать. Ну да ладно, сейчас не об этом. Я тут, как видите, вам тортик купил и даже уже свечку поставил за вашу маленькую СВО. Специальную Владимировну операцию. Да, намучились вы, конечно, с нею за годик. Я ж знаю, сколько ночей вы не доспали из-за нее. А сколько денег на нее было потрачено. Она ж постоянно кушать просит. Это ж сколько консервочек пришлось расконсервировать. Одни только памперсы сколько сейчас стоят. Да ладно там стоит, их же из-за санкций купить теперь негде. Ну вам надо отдать должное, это вы хитро придумали перейти на чемоданы. А помните, как она в первый раз обкакунькалась? На третий день, если не ошибаюсь, под Киевом. Потом это начало происходить ежедневно и в итоге привело к жесту доброй вони. А как она херсонский арбуз первый раз попробовала? Помните, как ее после этого пронесло? Еле до левого берега дотерпела. А от изюма ее как пучило. Такие хлопуки были, что аж в Белгороде было слышно. Вы ж тогда еще не могли понять, что с ней не так. Помните, сколько именитых врачей не могли поставить ей правильный диагноз? Герасимов, Шойгусимов, Суровисимов. И что этот Пригожин, педиатр без лицензии, вечно со своими созеками, со своими советами лез? В общем, не завидую я вам, Владимир Владимирович. Первый раз, как я вам искренне не завидую. От чистого сердца, вы же меня знаете. Кстати, помните, вы меня еще долго просили, чтобы я стал ее крестным? Помню, конечно. Так вот, я хотел бы откреститься от этого. Пока еще есть такая возможность. Очень жаль, я на вас рассчитывал. Да, мне тоже. Я ж не рассчитывал, что вы на меня будете рассчитывать. Думал, не будете рассчитывать. Но если вы уже рассчитали и на меня, то мой расчетный счет вы знаете. Кстати, Владимир Владимирович, я ж посмотрел ваше вот это недавнее обращение к Федеральному собранию. Все вот эти 3 часа. Мне очень понравилось. Это было сильно долго, но зато прям вот в точку. Правда? И как вам мое смелое высказывание в сторону Запада? Я не знаю, я без звука смотрел. Именно поэтому мне очень понравилось. А еще я заметил, что если посмотреть ваше выступление в обратной перемотке, то можно увидеть, как люди в зале просыпаются и радостно идут спиной к выходу. А Медведев тот вообще 2 раза успел протрезветь и 3 опьянеть. Вот откуда у человека такой талант, я не понимаю. Ну ладно, буду заканчивать. Еще раз поздравляю. Сегодня обязательно съем этот тортик за вас. Как говорится, не чокаясь, ой, не чавкая.